Тебя привет. Приветствую на канале. Ребят, вот смотрите, вот есть у меня вот такой вот стол. Этому столу 20 лет. Он самодельный, представляете, стоял под открытым небом, наверное, лет 5. Конечно, он немножечко повредился, сделан из финской фанеры. Делал мой когда-то муж. Ну вот мы им пользовались, активно пользовались. Тут, конечно, уже видите, немножко края побиты. Ну, вот так вот он печально выглядит. И что-то мне так в голову, как говорится, ударило. И хочу его отреставрировать. Я наметила здесь середину. И решила, пока я просто покрываю. Вот, это пока хватало циркуля, я сделала вот здесь черной краской акриловой. Вот такая у меня каденс есть. И сейчас хочу делать вот такой краской тоже каденс. Это такая, вот видите, с глиттером. Ну, не с глиттером, нет, это без глиттера, просто бронзовая такая, темно-бронзовая такая. Вот ей хочу. Пока начинаю вот это вот свое рисование. Рисунок буду делать произвольный. Как говорится, как рука пойдет. Пока сейчас я вот так вот крашу вот эти вот круги. И тоже вот, ну вот краску подбираю именно, ну как душа лежит, что ли. Вот сейчас на данный момент по 6 сантиметров отмеряю. Я закрасила только небольшой участок. Краска у меня подсохла, все хорошо просохло. И я вот здесь начала, нанесла карандашом произвольный такой контур. И что я, ребят, хочу? У меня есть вот остатки красок. Красок очень много. Но здесь всего, видите, по чуть-чуть. Я хочу использовать сюда, чтобы перебрать все свои краски, то, что уже не нужно выбросить, ну, что-то доиспользовать, и чтобы уже я знала, что у меня есть. Потому что все равно стол, конечно, очень большой, он 2 метра длиной, поэтому краски уйдет, думаю, много. Вот, ну и буду расписывать этими красками, начну помаленьку. И вам буду просто показывать, как я это делаю. Ну а вы уже там смотрите сами, как я это делаю. Thank you.
Ну вот, до 4 утра рисовала вот это вот место. Еще работы полно. Ага, рисовала до тех пор, пока уже там все эти точечки у меня в единое целое сливаться не начали. Вот так вот выглядит. Маленький кусочек, процесс работы вам показываю.
я показываю вам промежуточный вот итог. Вот этот вот стол, самый центр, как бы я уже сделала. Вот это вот край и вот край. Тут осталось по 2 сантиметра. И получается, до конца края здесь еще остается сантиметров 70 в одну и в другую сторону. Вот это вот у меня пока центр стола. И я хотела бы, наверное, на этом закончить промежуточный, показать вам промежуточный итог. Почему? Потому что видео, скорее всего, затянется на несколько часов вот этой вот работы. Работы очень много. И поэтому я решила, буду делать частями. В общем, вот на расписывание этого круга у меня практически ушло около 2 недель, дней 13, наверное, 12, может быть. Ну почему? Потому что, ну как бы, рисунок я придумываю как бы сама, беру все из головы, и поэтому, ну есть вдохновение, немножечко как бы рисую. Ну и есть другие дела, там то коврик пошить, то что-то еще поделать, домашние какие-то дела. Поэтому вот такой вот, вот у меня большой проект, он очень такой громоздкий. И скорее всего он у меня займет не один, наверное, месяц. А может быть, я его буду делать месяца два, если не три. Поэтому я решила вот показать вам первую часть, и буду уже приступать к съемкам второй части. Вот видите, на фоне вот компьютер стоит, и вот этот круг уже большой, около метра в диаметре, наверное, уже сантиметров 70-80. Ну вот так, ребят, на этом заканчиваю свою первую часть, показывать вам свою роспись. Вот так вот это вот все выглядит. Ну, надеюсь, вы одобрите мои сумасшедшие проекты. Ну, делаю как бы для себя, для души. Будем пользоваться этим столом. Я думаю, стал он выглядеть уже не хуже. И пока я не буду, ну не знаю, даже посмотрю, может быть, то, что расписала, может быть, покрою хотя бы вот этот вот круг одним слоем акрилового лака, ну, чтобы защитить, пока будет работа двигаться. Вот так. Вот так, ребят. Давайте, кому это интересно, увидимся в следующей части. А пока это у меня часть номер 1.